Одной из самых важных отраслей экономики Беларуси, в частности Солигорского региона, является химическая промышленность. В ее развитие огромный вклад вносит Беларусь-Калий. Один из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. Сегодня Беларусь-Калий увеличивает производственные мощности и делает акцент на выпуске новых видов удобрений. Для развития этого перспективного, а главное выгодного направления задействовано тысячи человек. 3 года назад на 3-м рудоуправлении введен в эксплуатацию цех по производству комплексных удобрений. И сегодня спрос на НПК растет. Только за 4 месяца этого года предприятие выпустило более 70 тысяч тонн продукции, что на 110% выше показателя прошлого года. В преддверии праздника хочется, чтобы действительно все было хорошо, все были живы-здоровы, чтобы материальные ресурсы наших предприятий не заканчивались, чтобы было всегда адекватно у вас заработная плата, чтобы могли себе позволить и жить, и отдыхать, и растить детей. И действительно, чтобы мы ходили на наш завод, на наше предприятие с гордостью. О том, что профессиональный праздник химиков относится к числу не только известных, но и торжественных, говорить уже не приходится. У него свои традиции. Вот и сегодня в честь профессионального праздника чествовали передовиков производства. Знаки отличия, заслуженный ветеран труда и ветеран труда Беларусь-Калий были присвоены труженикам 3-го рудоуправления. Валентина Дым более 20 лет трудится на родной фабрике. В копилке у аппаратчика гранулирования, 3-й обогатительный. Ни одна грамота и похвала. Сегодня очередная победа и для химика самое высокое. Благодарственное письмо председателя Солигорского райисполкома. Процесс нелегкий. Все нам подается как бы соль в виде песка. А мы уже из этой соли делаем гранулы, которые потом отправляются на наши поля, где-то за границу отправляют, везде. Вот это делаем мы, это удобрение. Выполняя профессиональные обязанности, они, работники химической промышленности, не только участвуют в технологическом процессе, а еще и работают на имидж предприятия. Как итог, побед и достижений становится все больше. Личностную награду, почетную грамоту общества Василий Мороз адресует всей своей бригаде. Суть моей работы заключается в качестве подачи нашего удобрения и плюс того, что, естественно, наша бригада справляется со своими обязанностями очень хорошо. И я считаю, что в дальнейшем мы будем трудиться на благо нашей Родины. За многолетнюю историю развития 3-го рудоуправления и за его рекордными показателями стоят люди. Ответственные, добросовестные, ежегодно своим трудом они доказывают, их профессией можно гордиться. Невозможно профессиональный праздник представить без коллектива людей. Людей хороших, людей, трудом которых создано предприятие. Предприятие, которое является фундаментом экономического благосостояния нашей страны, города. От имени Солигорского районного исполнительного комитета и районного совета депутатов примите самые искренние и теплые слова поздравления с профессиональным праздником. Немалый вклад вносит ваш коллектив и в развитие Солигорского района, начиная от вопросов благоустройства, помощи учреждениям образования, здравоохранения, культуры, реконструкции и строительства новых объектов социальной инфраструктуры и многое-многое другое. Я хочу вам выразить за ваш нелегкий труд, за ваше достойное и высокое несение службы огромные слова благодарности. Профессионализм, ответственность и готовность работников качественно выполнять поставленные задачи являются залогом успеха предприятия. Работники Беларусь-Калий производят качественную, конкурентоспособную продукцию, которая востребована на отечественном и зарубежных рынках.